Смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, но они ничего не значат без необходимых приложений. И именно сегодня я хочу представить вам топ-10 лучших Android-приложений за август 2019 года. А перед началом подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить наши последующие видео. Приятного просмотра! Приложение для путешественников Google Trips. Ожидается, что главной фишкой Google Trips станет поиск заказанных отелей и забронированных авиабилетов. Найденное объединяется в отдельные путеводители, что позволяет не искать по всему ящику нужные для путешествия письма. В путеводитель входит информация об общественном транспорте, ресторанах и барах, а также личные предложения, основанные на профиле пользователя. Позволяет своим пользователям создавать объекты из базовых геометрических фигур, разнообразных доступных элементов и материалов в режиме свободного строительства и дополненной реальности вида от первого лица. Пользователи также могут пригласить своих друзей и творить вместе с ними в режиме реального времени. Программа от польского разработчика, позволяющая изменять скорость видео. При запуске программы мы попадаем в меню, где можем начать обрабатывать видео, либо же посмотреть архив из уже сделанных записей. Далее мы попадаем в меню, в котором мы можем выбрать видео для обработки в галерее или начать его записывать на камеру. При обработке видео можно выбрать начальный и конечный кадр, а также установить желаемую скорость. Поставьте на обои картины великих художников, собранные вручную в коллекции. Живые полотна Да Винчи, Ван Гога, Малевича, Сальвадора Дали, Пикассо, Рафаэля, Клод Мане и других. Представьте, вы смотрите на YouTube какой-нибудь обучающий ролик или играете в игру, в которой после смерти приходится начинать с самого начала. И тут вам срочно приходится отвлечься. Чтобы судорожно не ставить видео или игру на паузу, можно воспользоваться приложением Face Pause. Оно приостановит запущенную программу, если вы отвернетесь от экрана смартфона. Доступный и понятный настраиваемый менеджер, позволяющий получить полный контроль над ориентацией и настройками смартфона. Приложение позволяет выбрать поворот экрана на ходу, без необходимости перехода в настройки устройства. Приложение можно настроить в соответствии с вашими рабочими или персональными потребностями. Это отличный способ оцифровать свои рукописные заметки и собрать их в одном месте. Сфотографируйте стикеры, которые висят у вас дома или в офисе, и приложение автоматически их выделит. Вам останется выбрать нужные и добавить их в подходящий раздел. Также заметки можно создавать вручную, рисуя на экране смартфона. Если ваша продуктивность напрямую зависит от настроения, то стоит попробовать Daylio. Это простой дневник, который позволит отслеживать связи между вашими повседневными делами и эмоциональным состоянием. Вы можете даже ничего не записывать, просто выбирайте нужные иконки. В Google Play временно бесплатно доступен легкий мобильный браузер Privat Pro Browser, не оставляющий следов в сети. После каждого его использования вся история, файлы куки, кэш и прочие временные данные автоматически удаляются. В Privat Pro Browser можно открывать неограниченное количество вкладок и быстро переключаться между ними в течение одного сеанса. В настройках можно включить автоматическое закрытие вкладок при выходе, отключить изображение и активировать десктопный режим. Дополняет все это простой и удобный интерфейс со строкой поиска в нижней части экрана. Инновационное мобильное приложение, которое позволяет освоить азы иностранного языка в кратчайший срок. Сама программа базируется на игровых методиках по запоминанию карточек с изображением различных предметов. По словам авторов утилиты, каждый пользователь сможет усовершенствовать свои знания иностранных языков, если будет уделять не менее 5 минут занятиям и упражнениям, которые подобраны в утилите с прицелом на развитие словаря ученика. Попробуйте, и, может быть, вы не захотите останавливаться.
Друзья, а чтобы и дальше не пропускать наши видео, обязательно нажмите на кнопку подписаться и прожмите этот великолепный колокольчик, так вы всегда будете в курсе о последних новинках гаджетов, приложений и игр. Ну и не забывайте про наш интернет-магазин sebdroid.ru, здесь вы найдете последние новинки смартфонов и многое другое. В описании есть промокод, который дает скидку при покупке смартфона. Ну а для вас этот топ подготовил я, Игорь, и интернет-магазин sebdroid.ru. До скорых встреч!